побежит Мухаммад Латиф Хувейн. Александр упражняет персонального рекорда. Установлен был в Усть-Каменогорске 46-26. Ну, я думаю, что для квалификации 46-26 показывать, конечно, рановато. Прибежит в числе первых трех, и этого будет достаточно. Неважно, хоть даже 50 секунд. Я думаю, тут нужно понимать, что квалификационные забеги не требуют, наверное, вот именно такой большой выкладки. Но почувствовать дорожку тоже необходимо. Ух, какая-то травма сейчас у филиппинцев. Дорожку тоже необходимо. Ух, какая-то травма сейчас у...